Одесі відбулася прем'єра провокаційного моноспектаклю «Матки душі». «Матки душі» – це перший спектакль, поставлений в Одесі по п'єсі в жанрі так званої нової драми. Нова драма стала популярною на рубежі століть в Москві і була покликана перенести на сцену найзлободенніші проблеми суспільства, яке переживає кризу духовних цінностей. Спектаклі по цих п'єсах більш документальні і відверті, а герої – маргінальні. Режисери – виконавець головної і єдиної ролі, артист Українського музично-драматичного театру імені Василько Євген Юхновець. Автор п'єси – москвичка Олена Луненок. Сюжет дуже простий. Головний герой – молодий лікар-гінеколог під час нічного чергування розповідає історії людей, які його оточують, а також приходить до висновку, що душа у жінки знаходиться там, в матці. Адже саме в матці зароджується нове життя. Тому дослідний гінеколог закликає жінок піклуватися про здоров'я своїх так званих душ на прикладах своїх пацієнтів. Неординарний і ексцентричний Євген Юхновець спілкується під час спектаклю з глядачками і дає корисні поради. Протягом спектаклю «Матки душі» глядачі проживуть ціле життя і про багато що задумуються. Своє може бути життя іншої людини із запаленим усвідомленням реальності. У ньому незручні моменти, які незвично і навіть соромно чути, але це правда, інколи ганебна. У нас не буде академічного пафосу, шикарних декорацій, реквізиту від кутюр. Ви готові розбити кришталеву клітку, порізатися об гострі краї і, нарешті, побачити світло. Моноспектакль «Матки душі» пояснить все, але нічого і нікого не виправдає. Він змусить думати і усвідомити, що ви готові до чогось дуже важливого. Це не той театр, до якого звикла одесити. Вот вы, девушка, вы кем работаете? Вы актриса в театре, я знаю. Вот представляете, да, если вот сыграли плохо спектакль. Ну, сегодня не в настроении, человеческий фактор, устали, там, муж еще что-то учудил. Не знаю, там. Знаю. Ну, будет следующий спектакль, репертуар там вывешен уже на следующий месяц. Ну, сыграйте в другой раз. Профессиональная ошибка, профессиональная. Текст забыла, еще что-то там, танец не вспомнила, Паша. А вы представляете, если я ошибусь? Ну, театр – это моя любовь еще с детства, конечно же. И формат «Новая драма» – это та ячейка, которая сейчас на данном этапе не занята. Наверное, как-то я почувствовала, что это мое. Вот. И новая драма, ее нужно развивать, потому что ее нет ни как в Одессе, так и в Украине. Эта стерва старая нам жить мешала. Бля, сели с пацанами травы покурить, она судно с мочой на стол, хлобысь старая. Не, ну мне как мне, а тайке доставалось. Она на ее женихов вообще ворожить стала. Мам, ты это, ты кури, мам, крепкий, как ты любишь. Мамуля, а давай выпьем, а? Давай бабку поменем, хоть и стерва, конечно. Ну. А у нас вот буквально 23-24 сентября был на гастролях Кирилл Плетнев с моноспектаклем «Я пулеметчик». Это его представлял Центр драматургии и режиссуры, Московский Центр драматургии и режиссуры Рощина и Казанцева. 11-летняя девочка помогает матери рожать с поворотом на ножку. Представляешь, мам, с поворотом на ножку. Сама вся в крови, роженица в отключке, движения четкие, ловкие, резкие. Ручки маленькие, худенькие, в матку нырнули. Потом цыркнул на нас и говорит: уходите, дяденьки врачи, я сама умею. Если папа придет вас здесь, застанет, маму из дома прогонит. Талак, талак, там и талак, я тебя больше не люблю. Знаешь, как это страшно. Вот еще, слышь, мам, сидим мы как-то на дежурстве, тут вдруг какие-то движения начались. Мы подумали, что у этих сарделек косоглазых революция началась, и они нас мобилизуют. Сначала эти амбалы вежливые были, упаковали нас в джип неземной красоты и привезли в дом. Мам, я таких домов в жизни не видел. Какие впечатления остались? У публики хорошие, вот насколько я слышала. Мало было таких вот высказываний, вот лично мне, но вот люди много, которые вот между собой общались, вот то, что до меня дошло, очень хорошие. Расскажите мне о людях, которые участвовали в создании сегодняшнего спектакля «Матки души».
Это в первую очередь это Евгений Юхновец, это замечательный артист украинского театра, нашего одесского, гениальный. Он сегодня дебютировал как режиссер. Я думаю, что это... Я надеюсь, что у него все удалось. Это было действительно замечательно. Я как продюсер, я бываю и на репетициях, естественно. Я это видела уже до того, до сегодняшнего момента. И, в общем-то, меня даже принимает. Это каждый раз, когда смотрю. Я тебе скажу, брат, о чем ты думал в тот день. Нет, да. Постой, я тебе скажу, о чем ты думал в тот день. О том, что ты все с самого начала знал. Во все эти охи, вздохи. Мне с тобой хорошо, как никогда. Я так мечтал с тобой познакомиться поближе. А ты лежишь, как на развалинах, блядь, собственной жизни. Думаешь, вот в этот вот самый момент ты думаешь, что придется, наверное, подписать контракт на любовную любовь 2. Иначе ты не сможешь отремонтировать машину, которую ты по пьяни разбил. А ходить пешком мы как-то не научились. Много моментов, которые зрителю будут некомфортны, неудобны. Но... Идея нашего спектакля такова, что зритель должен получить некоторые ответы на некоторые вопросы, давно их мучившие. Вот я думаю, что он их получит. Еще есть у нас Алексей Внуков, он композитор, он написал музыку. Также музыку написал Артем Лепницкий. Вот. Ну, собственно, есть еще и... помощник режиссера Надежда Рыбакова. Ну, еще есть некоторые люди в команде, конечно же. Расскажите, пожалуйста, о дальнейших планах продюсерского центра. Продюсерский центр «Вербатим» еще планирует создавать моноспектакли такого же формата, потому что, как показывает практика по сегодняшней премьере, на что я и рассчитывала, что спектакль пришел по душе зрителю. Я видела и истерики, и слезы, и смех. Это было очень приятно. Ну, на самом деле впечатления сложные, разнообразные, разноплановые. Евгений Юхновец очень талантливый и профессиональный актер, грамотно очень подходит к своей работе, поэтому впечатления разнообразные, от слез до смеха и обратно, то есть, но однозначно не оставили равнодушным, то есть перевернули вплоть до самых маток души. Как идиоту говорю: мужчина, мужчина, что случилось? А он так схватил меня за руку, схватил и говорит: что-то там на своем лепечет. А, мам, ты помнишь, у меня с языками всегда было х**ло, а на их собачьем вообще не понял, но допер. Допер, что это отец одной из гаремных девочек. Эти амбалы с этими наушниками, пружинками за ушами запихнули нас в комнату, а там хижина куклы Барби, а на кровати девочка. Мам, 14 лет максимум. А рядом с ней какой-то мужик с недовольной рожей в костюме от Валентина. Мы осмотрели девочку, у нее внематочная труба лопнула, перитонит, в общем. В больницу сразу отказались везти, но надо отдать должное. Все для операции мигом на первом этаже по последнему слову. И думали. Ну, мы спасли девочку, там одну матку в трубу выкинули, другую кольцо поставили. Ну, там организм молодой, справится. А это первая работа Евгения Юхновца, которую вы видели? Нет, не первая. Есть такой вот замечательный спектакль, который проходит в украинском театре «Дамский мастер». Имела счастье побывать на этом спектакле. Ну и знаменитая антреприза «Ladies Night», где Евгений тоже блистает, один из любимчиков одесской публики, он же Норман. Роды принимали повитухи. Спирали не ставили, контрацептивы не глотали, аборты не делали, этих, как они называются, господи, этих инъекций, вот, почти не было. Вы когда, кстати, будете готовы, скажите мне. Мы тоже как-то не очень доверяли нашему профессору, а он у нас, знаете, был такой, всегда такой в форме, говорил: «Ша, детки», он так говорил, «Ша, детки, записываем тему лекции. Механическое повреждение вульвы, вагины, матки совместимы с жизнью не очень». Ну вот у Шолохова в тихом доме Натальи вязальной спицей матку проткнули.
А дочь интенданта пропустили через роту солдат. Умерли ведь девки. Вот кровотечение, вызванное механическим повреждением. А вы говорите, древность, зоофилия, легионер. Мне запомнилось в спектакле то, что вот он переживал эмоциональную роль как гинеколог изначально. То есть души матки – это такая очень тонкая тема и очень чувствительная. То есть так же самое можно представить, вот он хорошо сравнил, как будто ты едешь по дороге, да, вот пробка, ты ее хочешь объехать, да, и тут резко еще одна машина. Это очень чувствительно и необыкновенно изобразил на сцене. Это очень мне понравилось, так как человек чувствует, что надо передать зрителю, и как это надо подать правильно, и так далее, и тому подобное. Спектакль «Матки души» в первую очередь заинтересовал материалом, пьесой. Так, наверное, и каждого режиссера, и каждого актера в первую очередь интересует материал. И, на мой взгляд, Алена Лулинок, автор пьесы, написала очень эмоциональную, в первую очередь, драматическую историю. И когда я ее первый раз прочитал, мне стало очень страшно, и я не готов был к такому количеству откровенностей и говорить об этом еще и со сцены. Но, знаете, как это, запретный плод сладок и тянет в неизведанное, и неизведанное она манит, и как-то меня заманило туда. Я долго-долго думал, долго принимал решение, долго решался, может быть, с режиссером работать или самостоятельно делать режиссерскую работу. И принял решение, что я это буду делать как режиссер самостоятельно и как актер самостоятельно. Матки души, понимаешь? Слушай, кого-то привезли. Ёб, я еще себе дежурный добавил. Чё же это х**ачил, да? Ты это, сиди, читай, я сейчас вернусь. А скажите, тяжело было вот передавать эту энергетику вот в первый раз? Знаете, это когда в аквапарке наверху садишься на горочку, и она тебя так раз, и поток воды плюс сила трения тебя уносит туда вниз. Вот точно так же и спектакль. Главное вот переступить этот порог, или как, не знаю, когда прыгаешь с парашюта тоже. Главное вот сделать этот шаг туда в неизведанное, и все тебя откроется уже по ходу. То ли дело сейчас, секунду назад родила ребенка с тройной асфиксией. Синющий, не кричит, не дышит, она мне говорит: зашейте красиво мою розу, у меня муж эстет, если шов будет некрасивый, придет и порвет всех. Представляешь? Я не очень умею веселить людей, я по жизни вообще не очень смешной человек. Ну просто есть такие люди, которые им даже веселить не надо, они уже смешные. А у меня с этим как-то не очень. Мне удобнее и комфортнее, конечно, в драме. Я знаю, что помимо театральной деятельности вы занимаетесь еще и кино, так? Да, я периодически снимаюсь, если предлагают. А где вы снимались? Я снимался во многих фильмах. Трудно сейчас все вспомнить. Но такие, что было понятно. Фильм «Малахольная» Владимира Дмитриевского, Киры Муратовой, «Мелодия для шарманки», «Дом сюрпризом» Басаева фильм. Ну и так далее, так далее. Можно просто надо напрячься и вспомнить. А еще я знаю то, что у вас есть режиссерская работа в кино. Да, но это не столько кино, сколько это аматорское видео, я так назвал бы. Это первая была проба попробовать себя в кинопроизводстве. Из чего составляется кадр, как это потом монтируется, наверное, для общего развития, а может быть, для будущего, еще пока не знаю.